Всем доброе утро. Я сейчас нахожусь в своем гостиничном номере. Сегодня я опять переезжаю в другой город. Мне очень понравилось здесь и просто очень здесь понравилось. Но меня ждет сегодня другое место. Не менее прекрасный. Ну, как-то так. Мои вещи собраны. Мой чемодан и мой рюкзак. Гуфи внутри рюкзака. Я сейчас обуваюсь и иду на автобус. Продолжать жить и свою жизнь. Olá pessoal, hoje está um dia de sol, por isso vou começar a minha próxima viagem. Всем приветик, я уже добрался. Добрался я, короче. Заезжаю я в этот отель. В этот ебаный отель. Встречает меня такой вот котик, об которого можно вытереть ноги. И здесь у меня, оказывается, полноценные апартаменты с гостиной и полноценной кухней даже. Капец, как тут много места. Большая квартира. Как всегда, безопасность превыше всего. Ну, интерьерчик, как вы поняли, так себе. Но, тем не менее, вроде бы везде чисто, ничем не воняет. Самое главное. Ну, это как полноценная квартира. Духовой шкаф, посудомойка и где-то должна быть стиральная машина. Это меня... А, вот она. Это меня волновало больше всего. Это холодильник. Окей. Встроенный. Окей. Так. Здесь нас ожидает welcome box. Комплимент. Вино, вода, что очень хорошо, потому что у меня воды нет. Есть вот капсулы для стирки и для посудомойки, чай, кофе. Диван большой, кондиционер, телевизор. Так, что тут у нас на балконе происходит? А тут было открыто, заходи, кто хочет. Если бы я не смог открыть дверь, то можно было бы через балкон попасть. Ого, какой балкон, ни хрена себе. Кресло. Тут еще в комплексе есть бассейн, территория. А здесь можно готовить. И здесь вход в спальную комнату. Bom dia pessoal, estamos no meu apartamento novo no sul de Portugal. Planos para hoje: apanhar sol o dia todo e para o almoço comer um polvo. Desejo a todos bom dia. Попробуем сегодня взять соточку, хотя еще со вчера руки болят, но попытаемся. Много давали мне советов по поводу дыхания, что нужно, когда к полу, то вдыхаешь, а когда разгибаешься, то выдыхаешь. Попробуем. Блять, я уже забыл, я не могу... Так, я когда опускаюсь, то вдыхаю.
Окей. Явно я не Юлий Цезарь. Вдыхаю, когда опускаюсь. Блядь, все наоборот. Я не могу одновременно считать и контролировать дыхание. Все. Это все, на что меня сегодня хватило. Вот реально начал болеть пресс и чувствую, как болят плечи. И это после вчерашнего. 10 раз. Невозможно. Все болит теперь. Нужно больше дней перерыва сделать. А время-то обеденное, как бы сказала Катюша. Дорвался я, как вы видите. Пришел в одно из любимых своих заведений. Здесь вкусно все, кстати. Бомде, псуал, сегодня у нас с Петером совместная пробежка. Довольно ветреный день. Но Петер мне сказал, что наша пробежка состоится при любых условиях. Кстати, Петер недавно участвовал в полумарафоне, где в своей категории занял первое место. Прибежал самым первым. И там соревновалось много тысяч человек, да? Ну, 20 тысяч человек участвовало, и Петер в своей категории прибежал первым. Как Петер и обещал, наша бегопрогулка состоится в любую погоду. Вот то, что это, то, что и происходит. Нормально побегал. Посмотрите на мое лицо. Иду домой. Всем добрый вечер, ребята. Ярмарка сегодня. Чурос продают. Меня, кстати, Петер пригласил сюда. Я даже не знал, что здесь будет. Я так понимаю, что тут парк аттракционов. Да. Осталось только Петера найти. О, как тут весело. Тир. А где же колесо обозрения? А, все есть, все на месте. Ну что? Петер сказал, что нужно пробовать чурос. Сам он уже съел 2 больших и меня соблазнил. Я обычно сладкое не очень ем, но давайте попробуем. Это вкусно. С корицей и сахаром. Неплохо. Thank you.
Доброе утро. У нас очередная пробежка с Печером. Сегодня замечательный день, кстати. Только опять пошел дождь. Но мне кажется, сегодня будет весь день солнечно все равно. У нас сегодня цель пробежать 16 километров. Посмотрим, получится ли у нас. Ну что, мы добежали до маяка. Позади 8 километров. Сейчас короткий перерыв, секунд 20, и бежим обратно. Серферы. Кстати, сегодня в Назаре волны больше 20 метров, около 25. Но это, конечно, не Назаре, но тоже неплохо. Ну, у нас финиш. Мы пробежали сколько? Должны были пробежать 16 километров. Сейчас сверимся. 18,5 километров пробежали за 2 часа. Ну, круто. Даже больше, чем мы планировали, да? Доволен. Ты доволен пробежкой? Я доволен, да? С тобой. Так ты был отличным тренером. Помогал мне отлично держать темп, иначе бы я не справился. Иначе бы я сдался на полпути, наверное. Потому что я люблю бежать сразу быстро. А Петер мне говорит, что нужно держать плавный, ровный темп с самого начала и не ускоряться. Вот все получилось. Все, я уже дома. И после пробежки обнаружил вот такой вот неприятный моментик. Мозоль. Как теперь ходить и бегать? Видите, все такой большой. Петер, доброе утро. Поздоровайся со зрителями. Что мы сегодня делаем? Пойдем гулять по деревянным дорожкам. Так, здесь недавно открылись тибетские мостики. Вот я где-то гулял, в Андорре мы с Таней гуляли по тибетским мостам. Но тут они не такие большие, конечно, но будет все равно интересно. И к ним еще нужно дойти. Вот, как это называется, если кому-то будет интересно. Вот, видите, мостики. Так что, как дойдем, покажем. Все, главное, припарковались. Тут места не сильно много для парковки. Это все находится в ущелье над рекой. Здесь есть мини-такие каскады, водопады. Ну, симпатично, интересно. Что-то похожее было в Андорре, где мы с Таней гуляли. Там вообще был мост. Очень высоко тут такой, не очень высокий, но тоже интересно. Это место открылось всего лишь вроде бы полгода назад.
ты куда падать собрался? Петер делает обвал. Ты зачем лавину делаешь? Я понял. Петер с женой фоткается со всех ракурсов. Нашел на пляже очки розовые. Добрый вечер всем. Собираюсь на ужин с Петером в ресторан. Одел брюки. Ну, так, немножко поприличней оделся. Как вам? Нормально? Пойдет для ресторана? Как-то так. Старт. Так, это наш ресторан, куда мы сегодня собрались. Симпатичная атмосфера. Мы с Петером casual style. Тут уже Новый год. Новый год повсюду, смотрите. Как бы рановато еще для Нового года, но уютно. Ну что ж, наша еда готова. У меня сегодня шримп, паста, точнее спагетти. У Петера чебурек огромный. Кальцоне. Приятного аппетита. Петер уже своровал кусочек. Ну что, хватит фотографироваться. Пора отведать это все. Мы почти каждый день с Петером встречаемся и занимаемся какими-то активностями. Сегодня у нас прогулка на велосипедах по утесам. Тут очень классные деревянные дорожки. У Петера, как всегда, с собой есть банан. Остановка у нас с Петером на пляже. Погода сегодня просто зашибись. Красота. И, кстати, отличный рыбный ресторан здесь.
сколько мы проехали? 48,3, почти 50. Еще бы чуть-чуть, и было бы 50. Мы сегодня покатались в очень красивых местах. Петер организовал отличный маршрут. Я очень доволен сегодняшней прогулкой. Доброе утро. У нас с Петером опять пробежка. Сегодня утром было мне холодно, я с перепугу даже шапку надел. В итоге побежали, и вышло солнце. Сегодня туман, но меня радует, что этот пляж теперь чистый. Кажется, у нас финиш. Сегодня мы пробежали 14,4, почти 15. А где скорость? Я думал, я пробегу сегодня только 7 максимум. Ровно полтора часа. Просто я растянул мышцу, у меня была травма, поэтому я был вообще не уверен, смогу ли я бежать, но вроде бы размял. Но все равно болит, конечно. Вот, я тоже думаю. Бегунов. Спасибо, Петя. Бегунов. Перед тем, как идти домой, хочу зайти в супермаркет. Сейчас передохнем немножко. И пойду куплю что-то из продуктов. Не знаю, что нужно позавтракать. Мы планируем еще с Петером через день где-то опять поехать на велосипедах в Албуфейру. Это где-то 60 с чем-то километров, около 70. Пиздец. Пожар, блядь, среди ночи. Я даже не успел посмотреть, который сейчас час. Глубокая ночь. И я проснулся внезапно. Я не знаю, почему я проснулся. Начал идти по квартире и почувствовал запах. Запах горелой пластмассы. Кто пережил хоть раз пожар, знает этот запах. Это не туман, это дым, который с подвала. Тут полиция уже, пожарные. Непонятно теперь, сколько торчать на улице. Люди собрались. Повсюду этот дым. Я дышу вот так, сквозь гуфи.
как через фильтр. А потом полицейский, вижу, стучит мне в дверь. И говорит, все, выходи, прям сейчас, давай, уже, прям сейчас, выходи. Я в трусах открываю ему, я говорю, что случилось? Он говорит, пожар, выходи прям сейчас. Здесь хотя бы лучше дышать. Я посмотрел на время, сейчас ровно час ночи. То есть не очень поздно, но я уже крепко спал. Вот, вот так вот я вышел. Я был полностью в трусах. Это то, что я успел надеть на себя за 10 секунд, додумался. Паспорт успел схватить. И первое, это было гуфи, конечно же. Я надеюсь, они быстро потушат. Пожарные готовятся спускаться в подвал, откуда идет дым, наверное, я так понимаю. Пытался я вблизи поснимать, но пожарные меня прогнали. Больше всего у меня воняло, конечно же, в ванной комнате. Вот я позаклеивал вытяжки мокрыми салфетками внизу. И вот сверху также заклеил. Не знаю, поможет или нет. Всем доброе утро. Смотрите, что у меня. Пляжный стульчик. Нашел в шкафу в квартире. Сегодня будет пляжный день. Да он здесь каждый день может быть пляжным, если солнце есть. Даже когда в квартире кажется прохладно, или когда идешь по городу прохладно, то... приходя на пляж, там сразу же жара и можно загорать. Поэтому идемте загорать.
хорошо провожу время. Отличный день. Доброе утро. Как я вам и обещал, мы сегодня с Петером отправляемся в Албуферу. Уже половину пути мы проехали. Сейчас стоим просто на дороге. Ловим интернет. Сверяемся с маршрутом. И сейчас продолжаем наш путь. Пока что легко идет. Все, погнали. Почти подъехали. В этом городе я еще не был, поэтому для меня будет что-то новое. Он также находится на берегу океана с пляжами красивыми. Удивительно, но я еще не устал совершенно. Вот мы уже заехали в Албуфера. Сейчас двигаемся в сторону пляжей. Здесь искусственно сделанный залив, бухта для яхт. Вот. Специально сделали, видите? Прорезали. Интересный лифт вниз на пляж. Это главный пляж города. Очень широкий городской пляж здесь. Ты пристегнуть хочешь? Нужно попить воды. Петер еще ни разу не пил, да? Мы сейчас немного прогуляемся. Отлично. Наш лифт приехал. Красивый стеклянный. Что-то не хочет закрываться. Вот так выглядит он внизу. Сейчас прогуляемся по пляжу. Попьем водички, которую Петер любезно мне приготовил. Дорожка огибает скалу.
Петер сказал, что мы должны найти тоннель. Тут есть какой-то тоннель. Сейчас будем искать. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не намочило. В этот раз у нас меню поинтересней. Петер приготовил нам батончики энергетические. А как же бананы? Карманы. Есть? А, ну тогда все хорошо. Потому что сегодня у нас километраж больше, чем обычно. Поэтому сейчас перекусим по батончику. Я так понял, это батончик с белым шоколадом. Ну и вот такой у нас вид. И наш ланч. Так, я представлял что-то более, ну как вам сказать, интересное что ли. Ну вот, тоннель Мирадор, достопримечательность. Ну как бы все, достопримечательность закончилась. Можно ехать дальше. Окей, поехали дальше. Ну да, там песок. Угу. Обратно, через тоннель. Петер сказал, что это искусство. Ну, окей. Так. А, это тунец. Да. Это туда, на фуникулер этот. На эскалатор. Тоннель мы посмотрели, сейчас едем к следующей достопримечательности под названием Русалка, Mermaid. Смотрите, какой памятник тунцу огромный. Ну что, нашли мы русалку. Вот она. Открыта к миру и знакомствам. Ну что, понравилась русалка? Очень маленькая. Маленькая, да? Надо побольше. Ну да, фигура неплохая. Изучаем город. Очень широкий пляж здесь.
центр города, центральная площадь, огромное дерево, множество ресторанов, все как полагается. Мы уперлись в тупик, смотрите. Мост еще здесь не достроили. Нам нужно попасть в этот город, но придется объезжать. А объезжать нужно вот обратно, вот там, объехать болото, и тогда мы туда попадем. Что ж, поехали. Он просто взял и отвернулся. Игнор полный. У нас финиш на сегодня. И мы проехали... сколько? 75. Что-то не видно. Скоро. 75, я не вижу 75. Почти 75 километров. За 4.30. И средняя скорость хорошая. Средняя скорость 16. Третий раз это начинался. Да, и кстати, в этот раз я не сильно устал. Удивительно проехать 75 километров. И я чувствую, что еще бы километров 15-20 проехал бы. И мне кажется... что мне помог бег прийти в форму, да? Так что выполнили то, что хотели. Мы планировали проехать сегодня 70, проехали даже больше, почти на 5 километров. И что удивительно, что я в этот раз не сильно устал. Я прям чувствую, что еще 15 точно проехал бы еще. И что теперь я уже не устаю на велосипеде, потому что когда первый раз мы с Петером ехали 70, то я, конечно, устал. Под конец я уже с последних сил ехал. А сейчас нормально. Так что я доволен нашей велопрогулкой. Съездили туда-обратно в Албуфейру. На обратном пути заезжали еще в один город, тоже симпатичный. Видели разные пляжи. Так что иду домой обедать. Был отличный день. Доброе утро. У нас лесная пробежка опять с Петером. Я вам признаюсь, что у меня еще никогда столько спорта в моей жизни не было, как в этом месяце. Но мне нравится, мне интересно. И вот сегодня в планах очередные 15-16 километров. Неплохая пещера на четверых. Уютная пещерка. Четырью стульями и с видом на залив. Это мы сейчас пробегаем с Петером мимо. Тут еще огонь можно развести.
Ну, красивый, симпатичный у нас маршрут получился. И традиционно показываем, сколько мы сегодня пробежали. 19 километров. И вот скорость. И вот такой вот у нас сегодня был маршрут. Ну, неплохо. Действительно. Хорошо побегали. И легко получилось. Да, в этот раз очень легко все удалось.